классно, когда ты подходишь к машине, а твой мужчина открывает тебе дверь машины. Нет, сука, блядь, я девушка, мне надо дверь открыть. Открой дверь, блядь. Или ты сейчас уделяешь мне внимание, или я тебе сейчас отправлю в Данию. Ты же Даниил, Даня? У тебя все нормально, что с настроением, что случилось? Нет, у меня все нормально, правда. Просто какая-то не такая. Что случилось? Все нормально, нет. Да хорошее настроение, все хорошо. Ничего не случилось. Да что случилось? Поделись со мной. Все нормально. Я знаю, как вы отдыхаете. С переститутками, да? Перепенькал всех там, да? Нажрался, накурился там, да? Было бы еще кого ревновать. Господи. Да, в зеркало посмотри на себя. Просто я вчера тебе отправила сообщение в 15:00, ты мне ответил в 15:02, что-то случилось. Почему такое неуважение ко мне? Вот мой бывший меня больше ценил и любил. Правильно мама говорила. Люся, рожай для себя. А я не смогла. Это был аппендицит. Всем приветики, кажется, это мое последнее видео. Это что? Джалил, что это я тебя спрашиваю, Джалил? Я ее постирала просто. Зачем ты ее постирала? Она воняла. Воняла? А когда ты воняла, я тебя стирал? А зачем ты ее постирала с цветными вещами, а? Я не знала просто. Не знала, да? Ты мне скажи теперь, как я поеду на бой Хабибова так, а? Как? Ну, как горец, ну... Какой горец, так максимум на концерт Киркорова можно поехать, горец. Ну, поехали. Я тебе сейчас поеду. Давай быстро, чтобы отбелила мне ее. Пишите в комментариях, как ее отбелить. Алло. Привет, подружка. Слушай, я сегодня целовалась с языком, сосалась с Андреем. Блин, он такой классный, конечно. С каким Андреем? С каким? С моим Андреем, с моим парнем Андреем. Так вот, оказалось, это просто ужасно. Оказалось, что он болеет коронавирусом, а это значит, что я тоже заражена. Так, стоп. Это какой Андрей? Андрей, который твой парень? Да, блин, не тупи, Андрей, мой парень. Он болен? А если ты сосался с тем, кто болен, то ты тоже болен? Да, блин. А он точно болен? Да, он мне сам признался. А вчера он был болен? А тебе-то какое дело? Я? Мне вообще никакого дела. Я? Все, пока, давай, до связи. Лен, что делаете? Оленька, а я вот у меня с детишками фотосессия будет. Я вот смайлик готовлю, чтобы лички им закрывать, чтобы не сглазили. Вот думаю, на животик надо будет смайлик крепить или нет? Наверное, надо, да? О, блин, неудача какая! Ядрен батон! Это я при детках так ругаюсь, чтобы они негативных эмоций не чувствовали и матных слов не слышали. Заебалась. А что ты кушаешь? Кальмары. А я, кстати, плаценту даже не замораживала. А мне все сказали. Да и куда мне ее? Я морепродукты вообще не люблю. Оля, ты не беременна? Лен, вы мне это сегодня уже третий раз спрашиваете. Нет. Запомни самое главное. Когда в тебе человек, это так приятно. Тем более после этого беременной становишься. Пойду посикаю. Стой! А давай вместе с нами будет спускаться еще маленький человечек. Вообще-то я спешу и немного опаздываю. Вместе весело шагать. Ты такое когда-нибудь слышал? Прыг-скок, прыг-скок. А ну-ка, стой. Еще скажи, что ты не заметил. Смотри, как она маняще смотрит на тебя. Ты знаешь, что надо делать. Я идиот. Ам! Ам! Слушай, а давай знаешь что? Что? Натянем куртку на голову. Зачем мы это сделали? Да хер его знает. А давай намажем клей на руку. Зачем? Ну он сначала засохнет, а потом мы будем его отдирать. Что я делаю? Мне 23 года. 23 года. А девушки все нет. Вон смотри, аж какие мозоли на руках. Это клей. Ну да, ну да. Don't feel the power.